Данная кодовая панель позволяет создавать коды удаленно из любой точки мира посредством приложения на телефоне. При этом вам не требуется интернет. Как это работает? Вы заходите в приложение, находите нужный вам замок, то есть в данном случае это Corliss, он здесь рядом, но он может быть также где угодно за тысячи километров от вас. Заходите в настройки, далее заходите в силуэтик, в силуэт человека, и здесь создать временный код доступа. Выбирать через кодовую панель. Тут у вас дается 5 вариантов, можно сделать 5 паролей, которые будут работать одновременно. То есть вы можете каждому паролю дать промежуток времени, допустим, он работает весь следующий месяц, это для гостя, а для администратора этот пароль будет работать в течение года, пока у вас там с ним контракт. И так далее, это с остальными также все. С остальными паролями все так же обстоят дела. Заходим в гости, и что мы здесь можем сделать? Мы можем выбрать время, с какого по какой он может быть, у него будет доступ. Допустим, он заезжает 23 числа в 14.00, а выезжает 31 числа, и чекаут у него в 13.00. Подтверждаем. Далее выбираем, может ли он только одноразово воспользоваться этим паролем, то есть он его ввел, и все, больше пароль перестает действовать. Либо многоразовый, что логично, потому что гость будет входить и выходить постоянно. Выбираем здесь дату 23 февраля начало. Так, нет. Подтвердить 23 число и до 29 числа подтверждаем. Нажимаем создать временный код доступа. Данный код мы должны будем гостю отправить. Он его вводит в, соответственно, кодовую панель. И замок открывается. Далее гость, чтобы открывать и закрывать замок, ему весь код вводить не надо, только последние 4 цифры. Все. Данный код будет действовать до 13.00 29 числа, после чего перестанет работать. Также мы можем создать для администратора. Для администратора время уже не задается, задается только число. Допустим, 23 февраля, и месяц будет там май 2020 года. Так, я не выбрал. Июнь 16. Также создается временный код доступа, и он также вводится. Начиная с этого момента, он так случайно набрал не те цифры, но на самом деле можно... Так, давайте. 5, 2, 8, 6... 2, 6, 3, 1. Все, действует. Так, можно для эксперимента ввести другой какой-нибудь номер, чтобы вы не подумали, что тут что угодно можно вводить. Данный пароль не сработал. Все,